И к новостям в мире. Тысячи медицинских работников Германии приняли участие в общенациональной забастовке. Акции протеста прошли в нескольких городах страны. Врачи требуют повышения заработных плат и улучшения условий труда. Они заявили, что растущие цены на энергоресурсы и нехватка квалифицированных кадров усугубили кризис в этой сфере. По мнению протестующих, если ситуация не изменится, это может привести к массовому закрытию клиник. В акции приняли участие 20 медицинских ассоциаций, организаций обязательного медицинского страхования и десятки аптек.